7 утра, Москва. Может, даже побольше, чем 7 утра, уже хрен его знает. Так, запираемся. Короче, одно только что поведение помогло. Сейчас прохладная погода. Прохладно будет и в Казани. Потому что, знаешь, знавал я казанскую жару, та же, как Ешкаролинскую. Это, ребят, не хуже Африки, я думаю. А я думаю, что и хуже. Там такая бывает жара, что... Ну, в общем, тут прогноз очень щадящий. Я большой вентилятор оставил. Взял только против комаров эти все рапторы. Просто их 10 штук взял. Ну, я сейчас, я же еду не один, так что, ну, я постараюсь как-то все, тем не менее, снимать. Все, желаю хорошего дня. Свобода с нами. Thank you.